Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете о торговых возможностях индикатора MACD и о том, как лучше всего использовать его в своей торговой стратегии. Индикатор может быть полезен для проверки силы и направления тренда, а также определения разворотных точек, и строится на основе скользящих средних. Для того, чтобы добавить индикатор на график, выберите его из списка доступных индикаторов. В торговом терминале компании Amarkets он предустановлен в платформу, и вам не нужно будет скачивать его дополнительно. Технические параметры подобраны по умолчанию, но вы можете выбрать для себя индивидуальные настройки, протестировав поведение индикатора на исторических данных. В открывшемся окне индикатора вы увидите гистограмму, пунктирную линию красного цвета и уровень, соответствующий уровню 0. Силу тренда и его направление можно определить, обратив внимание на размер столбцов гистограммы. Если каждый последующий столбец выше предыдущего, значит, в настоящий момент преобладает восходящий тренд. Если столбец ниже предыдущего, значит, преобладает нисходящий тренд. Чем выше или ниже значение гистограммы к верхней или нижней границе, тем более вероятен скорый разворот тренда. Также важно обращать внимание на поведение пунктирной линии красного цвета относительно уровня 0 в окне индикатора. Это вторая категория сигналов индикатора MACD. Линия, расположенная выше уровня 0, говорит о преобладании покупателей, а находящаяся ниже уровня 0 говорит о преимуществе продавцов. Поэтому при пересечении линии уровня снизу вверх формируется сигнал на покупку. Сверху вниз – сигнал на продажу. Рассмотрим на конкретном примере поведения цены в ближайшее время торговые сигналы, сформированные данным индикатором. На данном графике прямоугольниками отмечены наиболее удачные моменты для открытия сделки. В данный момент мы покупаем, потому что гистограмма находится довольно далеко от уровня 0, и размер столбцов гистограммы начинает меняться в сторону, противоположную прежнему движению, то есть происходит разворот. Обратную ситуацию наблюдаем чуть позже. Также обращаем внимание, что в момент пересечения гистограммой и пунктирной линией уровня 0 сверху вниз мы получаем сигнал на продажу. Если происходит пересечение снизу вверх, чуть позже мы получаем сигнал на покупку, после чего видим довольно уверенное трендовое движение в нужном направлении. Подводя итог, можно сказать, что индикатор MACD может стать хорошим дополнением вашей торговой системы и является полезным для определения силы и направления тренда, а также позволяет определять точки разворота и генерирует торговые сигналы значительно чаще других индикаторов. Надеемся, данное видео было вам полезно. Всего доброго!